ничего не говорить, он просто начал. Песня на стихи Юлии Дионовой.
чуть-чуть в мониторах подрезать в голосе высокие частоты, в чьем-то духе. Прям бьет иногда по ушам. Следующая песня. Одна из историй про русалочку. На стихи Рисопова. Очень важную составляющую выступления.
следующая песня. Таня, включи микрофон, я за нее скажу. Когда я ей прислала эту песню, она придумывала, что с ней делать, с виолончелью, она мне в какой-то момент написала, ну, в общем, я сделала нашу колыбельную, можно репетировать. В общем, сейчас мы вам сыграем колыбельную, хотя называется она «Дьявол». Совсем недавно у нас появилась сказка без слов. А, да, я не сказала самое важное. Лисакис — это такое мифическое животное, которое собирает сказки,
На самом деле мы вам сказки рассказываем. Вот эта сказка без слов у нас пока что первая и единственная. Но, наверное, скоро будет еще. На одну или на две? Кто следит за временем? Никто. Тогда обе. Тогда играем две. Так, сейчас мы сыграем песню, которая на самом деле еще совсем свеженькая, новенькая. Сложненькая. Все как мы любим. Все как мы любим. В смысле, для нас сложненькая. Другое.
да? На этом все. С вами был Лиса Кис. Таисия Кислякова, Даяна Киселева.